То есть, ну, я когда не отпускал пробел, у меня танк был красный, и у меня от этого, короче, падал FPS. Вот, блядь. Чё, я не против того, чтобы я нагибаю? Приветствую, подписольчики. С вами Саша Джиггернаут. Это второй ЛП на 3 марта. Запилю я его на карте Овражек. Ну, тут 4 на 4 всегда, флажки на 18 флажков на 8 сервере, в общем-то, играю. Так, за нас Изида, это уже хорошо. То есть можно тут немножечко гудмадонить у нас. Ну, это так, так меня прозвали. Когда, короче, сзади меня было 4 Изиды, все меня лекали. Ну, и я, в общем-то, с пробела клавишу не отпускал. Вот, ну и что? Вот, видите, он только вылез по мне, дал рельс, а я его уже тем временем убил. При том, что эта пушка, она не дает такой бешеный урон, допустим, ну, за одну секунду. Так, ну тут, конечно, можно было бы и отпустить. То есть, я все понимаю, конечно, тут можно по это, зверьком побыть таким на этим, на пулемете, но это не значит же, что надо вот так вот прям в наглую не отпускать пробел. Иська, она, конечно, стоит рядом, лечит, но Иська-то М1. Вот, и надо как бы это, иметь какой-то запас. То есть запас ХП, запас здоровья, чтобы это, у нас танк постоянно красным не был. Чтобы хоть что-то да мы смогли сделать. Съебись. Вот, смок у нас, я не знаю, что она хотела этим добиться. Что залезла на мой танк. Так, через это я не прошибаю. Ну-ка иди сюда. Иди сюда, петух. Так, вот Иська. Ах, нет. Иська нас все-таки не успела. Ну да, я же говорил, она М1. Вот. И это. Не сказать, что особо лечит. Ну, пусть она вот стоит вот так вот сзади. Сейчас мы похерим их. Так, за них там тоже Изида. Лекает. Блядь, ну куда ж ты? Вот зачем ты так крутишься? Вот никакой тактики, а? Ну кто так играет? А, Смока на базе стоит. У нас, походу, играет только один гром. Я, по сути, как хотел. Шкирить тут на базе и, в общем-то, раздавать всем люлей вот таких вот небольших. Вот. Все-таки даже Изида не спасла, но при всем при этом я немножечко горю. Так, нет, все, меня порешают. Так. Вот, они спрашивают, что делать. Как будто вот не знают, что можно делать тут в битве. Ой, блядь, ну ты тупой школьник. А что, я на мамонте, что ли, поеду флаг доставлять? Долбоёж. Иди флаг ставь! Ох, боже, за кого я играю? Твою мать. Смоки хуеплёты одни. Ни одного нормального не видел. Одни долбоёбы. Он еще что-то это в чате пишет, типа, сук. Типа он не знал, вот он зашел в биту и не знал, а что же тут делать? А-а-а, ты что, это же битва. И вот сейчас стоит АФК. Блять, ящеры, а какие. Ну, сука, ну ты на легком корпусе, твою мать, иди в атаку. Блять, тяжело, тяжело с ними. Так, у них рели на ДДшке. А, блять, нет, 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 не успею. Рели херанет. А, нет, вроде я захавал. Так, ДДшка у рели спала. Иди сюда, пидор. Сейчас, блять, соска. Джаггер лошара упал в ютубе дно. Да я мам кто ебал. Не за известность я снимаю, парень. Так, ну это я просто чат кидаю. Чат кидаю. Чат читаю. Вот, и какой-то хуебес. Что-то мне тут пытается написать. Ебал я его этих топовых летсплейщиков, которые у меня года два назад стоя отсасывали. Это сейчас они, я не знаю, там на пиаре или на чем-то, на накрутке поднялись.
Раньше, помню, тот момент, когда только у Иваныча было больше подписчиков. Ну, если судить так, если для него это показатель крутости, накрутости, накруткости, во. Так, ну-ка иди сюда, чмо. Так. Слушайте, а удобно, удобно. То есть, опа, я на двойных, все, пиздаем. Иди сюда, чмо. ДДшная. Возвратил флаг, не беда. Да. Оп. Писал-то вот это, кстати, хори рельсы. Днявая. О, попасть не может. Все серьезно, братцы, меня оскорбили. А что же делать? Бух. Блять, ну ставьте флаг вы. Так, все, первый флаг у нас есть. Наверное, все 18 флажков тут. Ну, очень просто муторно будет сидеть и ждать. Поэтому этого мы делать ничего не будем абсолютно. Так, гандошим мыську. Гандошим смоку. Думаю, успею. Эх, нет, не успел. А, за них зашла жига. Хорошо, у меня от жиги максимальный резис. Вот, и поэтому она, ну, по сути, ничего не должна сделать. Бля, сейчас! Изида. Пизида. Сейчас бы флаг вернули. Твою мамку, ну кто там? Я по своей Изиде луплю. А, смока. Ну кто еще? Как достали? Щеглы. Все, доставили. Так, за нас еще одна иська. Уже на диктаторе. И Изида уже М2. То есть это та смока, короче, взяла и переоделась. Ну хорошо, хорошо. То есть всегда хорошо иметь под боком вот две такие аптечки, которые тратить не надо и покупать не надо, которые тебя сами полекают. Ага, вот, все. Выпала ДАшка. Джиггернаут, настало твое время. У меня тем временем 15 FPS. Попробуем остановить запись. Так, ну все. Или нет? Мне вот иногда кажется, принесло это какие-то плоды или нет? Походу нет. Да, у меня также лагает почему-то. Я так говорю почему-то. У меня заливается летсплей на YouTube, и поэтому, наверное, сама причина лагания. Так, ну Жига тем более АФКшит, просто занимает место. Хорошо, хорошо. Таких мы врагов любим, ой, как любим. Просто вот это... Нет им цены. Таким соперником. Так, сейчас мы еще один флажок доставим. Так, этот смок никуда не убежит. Гром он ничего не сделает. Тем более я тут на базе. Шишак держу у них. Так, главное нам загасить Изиду. А на Жигу у нас потом это. Уже и останется и баллоны, и ХП. Так, ну-ка. Опа. Ты че, ебать? А. Так. Жишка. Ну, полностью мы, короче, оккупировали их базу. А вот только вот Изиду тут убили. Ну и иногда как так изредка наши катаются на свою базу, чтобы флаг взять. Ой-ой-ой, боже, как лагает. Так, стоп, запись. Старт, запись. Так, я заметил или у меня подлагивало только тогда, когда я был полностью на пробеле. То есть, ну, я когда не отпускал пробел, у меня танк был красный. И у меня от этого, короче, падал FPS. Вот, блядь. Че, не против того, чтобы я нагибаю? Плохо, плохо. Так, у них там громик, иська. Сейчас мы громика похерим. Так, похерили, насколько это возможно. Так, ну, Жига, ну че, Жига, ну подумаешь, ну че ты мне сделаешь, Жига? Ты ж Жига. А я Зевс. Ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я рыбак. Ты изи, да я тебя вхерю. Все получится, ништяк. Так, а где флаг? Ага, вон там, на середке. Иська. Получай по письке. Иська. Не обижай мою письку. Все. Так, Громик, Жишка. Так, ну Жишка пусть она глотает. Главное, Громика. Так, он сейчас ДТшку возьмет. Бля, плохо. Не гуд. Так, ну думаю, его там смог решать. Во-во-во, смотрите, смотрите. И у меня опять главный FPS-то проседает. Когда я на пробеле.
Твою мать! Это баг или что? Знаете, это такой анти-годмодон. Да и вроде у меня и стрим как бы, ну, загрузился на YouTube. Ну, уже... Ой, какой стрим? Чё я несу? Сам ЛП, короче, загрузился на YouTube и идет чисто обработка 92%. По сути, у меня комп не должен от этого нагрузку какую-то иметь. Но он имеет. Интересно, я по нему попадаю? Да, судя по всему, нет, потому что он стоит и даже не рыпнется. Ладно, буду палить по этим. Так, вот по изитке сейчас впалим. По жишке впалим. Но все равно сейчас нашу смочку порешают. Ее никто почему-то не лечит, потому что почему-то обе изиды стоят рядом со мной. И, ну, по сути, правильно. По сути, они молодцы. Так, так и должны делать, но не... Помимо меня есть еще один человек тут. Помимо других танков, тут катается еще один такой неплохой довольно-таки нагибатор, который доставляет флажки, ездит. Вот. Его как бы тоже надо лечить. Потому что не я один по карте катаюсь. Ну-ну-ну, доставишь! Ах, Изида, короче, перевернулся и... Бля, взяли флаг. Сейчас, сейчас вернут. Ну да, все, возвратили. Вот так вот прям не гуд получилось. Не гудмут. Так, ладненько, порешаем смоку. Хорошо, что у меня еще в Зевсе и защита от смоки хорошая. Вот, то есть надо отдать должное этой краске. Иська, смотрите, какая. Чуть вылезет так. Оп. Оп, получило все равно. Опять получило. Такс, берем мы ДДшечку и пиздахаем к ним на базу. Также попробуем продержаться длительное время. Сейчас главное, чтобы нам изитка восстановила хорошее количество хп, чтобы мы потом проблем не знали. Так, Гром, ты чё, ебать? Ты чё моих сусок обижаешь? Так, еще раз берем ДДшку. Конечно, актуально было оставить изитки, но нет. Изит все равно когда-никогда порешают, а я тут у них на базе надолго хочу основаться, чтобы у меня ДДшка долго не спадала. Так, ну чё, ну чё, ну чё ты мне сделаешь? Вот и все. Так, сосок обижают, ладненько. Смерть этой Изиды была неизбежна. Так, Гром. Google Chrome. Ставь, ставь, твою мать! Твою мать! Ставь флаг, долбоеб! Ой, долбоеб! Ой, долбоеб! Как таким можно быть? Да, меня еще тут закинуть хотят. Ну, куда ты меня закинешь? Я на мамонте, твою мать. Так, 6 флажков. О, ну смотрите-ка, у меня какой УП. У меня УП 6. Неплохо, неплохо я тут обосновался. О, ну он фризок одел. Ах ты ж твою ж пидор. Понял фишку. Как тут меня это, по гудмадонец-то можно. Такс. Каких врагов мы имеем? Фриз Жига Смока. От обоих имею защиту, ну и Иська еще, ну она так это, незначительная такая защита, но минус в том, что Фризик он очень хорошо меня, мою пушку морозит, и это мне дискомфорт достает. О, кто-то еще вышел и одел рикошеты, да? Так, ну окай, окай, что мне ваш рикошет? Это, походу, кто у них? Изида, да, психанул? Да, у них психанула, походу, Изида. Она либо вышла, либо переоделась. Она переоделась. Да, Изида сама себе сказала, мол, хватит это терпеть, типа, гона гибать, ебать. И все, и, короче, одела в этот рикошет, мамонт и вперед на мины. Точнее, на пулеметную очередь. Так, ну да, Фриз, конечно, мне испоганит немного жизнь. Такс. Оп. Изиди, он тоже жизнь испоганит. Я смогу! Я успею! Иди сюда, чмо. Блять, смока еще тут встала. Пиздюк. Ну чё, ну чё, ну чё тебе? А я и порешаю час. Твою ж бабушку, ну... Вот почему рядом никого не было, а? У них тем временем кто-то вышел. Какой-то этот... Командор абсолютно неизвестный зашел, которого у меня даже в друзьях нету.
Такс. Ну, короче, ладно, ребятки. Тут я не хотел вам закончить бой до конца. Не хотел продемонстрировать конец самого боя. Просто в плане было показать, на что способен вулкан. В таком вот, я не знаю, как это назвать, сочетании. Или при такой команде, когда есть как минимум несколько изид, которые вас лечат, которые как бы за вас друт свою попу. Так, бери, братан, флаг. Я вообще порешаю, все, я его порешал. Ничего он мне не сможет сделать, этот фризик. У него нет, во-первых, ни защиты, ничего. В общем, ребята, хочу вам сказать, подписывайтесь на каналчик, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм, кто там есть из подписончиков. Вот, с вами был Сашик Джугернаут. В общем, давайте, ребята, увидимся в следующих ЛП. Пока будут только они. Вот. Ну, а потом, в общем-то, будет и тут. А потом посмотрим, что делать со стримами. В общем, давайте. До свидашки всем.